Всем привет! Я сейчас хочу снять ролик о том, как работает замечательная штука на мосту в Кумове. Лифт, который везет сверху вниз и снизу вверх людей вместе с велосипедами, если можно. Через этот лифт проходит несколько национальных веломаршрутов, их номера на двери. Вот. Лифт работает круглосуточно. Одна дверка работает плохо. Вот так. Тут всего две остановки. Нам нужна площадь. Поехали. Тут дожди, так что все стекло мокрое. Пума, от которой, собственно, пума. Выходим.